Давай решим. Учил тебя, как можно пятью пальцами разорвать сердце. Конечно. Что ж ты мне не сказал? Я не знаю. Я, наверное, плохой человек. Ты неплохой человек. Ты замечательный человек. Мой любимый человек. Правда, иногда становишься порядочной стервой. Как я выгляжу? Ты уже готов. Следующее утро. Так, так, так. Какой миленький цветочек. Всем-всем доброе утро. Перехожу к новостям. Экстренное сообщение. У вас есть в доме сорока? Если есть, то вам повезло. Сорока самая очаровательная в мире птица. Она лучший друг фермера. Будьте с ней поласковее. Будьте к ней добрее. И всегда помните, сорока заслуживает вашего уважения. Ah.
А я вот что сделаю. У меня голова не болит. Сейчас заболит, приятель.